созданы на Сент-Мэри Стадиум. И погода под стать стадион. Для вас сегодня работает привычная пара комментаторов Георгий Черданцев и Константин Генич. На ваших экранах английский футбол. Смотрим премьер-лигу. Это Саутгемптон против Эвертона. Самые долгие секунды сейчас остаются до начала игры. Совсем немного. И эта игра обещает быть очень яркой. Посмотрим на состав Саутгемптона. В воротах Фрейзер Фостер. Стюарт Армстронг с первых минут играет с Мохамедом Эль-Юнуси по краям полузащиты. Сегодня в составе два нападающих. Полагаю, и соперник, наверное, готов к такой модели. Эвертон с первых минут играет в следующем составе. В воротах Джордан Пикфорд. Алекс Иуоби с первых минут играет с Маркесом в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Клаверта-Льюина. В 2015 году на этом самом стадионе состоялось уникальное событие. Футбольный матч, который длился целых 102 часа. 36 футболистов по очереди сменяли друг друга на поле, делая перерывы на сон, еду и восстановительные процедуры. Таким образом, они побили предыдущий рекорд, который равнялся 101 часу. То есть парни играли в футбол четверо суток напролет. Спали урывками, а в один из дней по старой английской традиции шел проливной дождь. Вот что называется жить футболом. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Похоже, свалился мяч у него с ноги, будет удар от ворот. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Они идут вперед. Много вариантов, как сыграть в атаке. И вратарь забирает этот мяч. Высокий прессинг сейчас. И это приносит плоды. И есть блок. Перехват, эта атака не получается. Ну, решай же! Выдающиеся условия для футбола сегодня созданы на